Самое обсуждаемое саровчанами в социальных сетях ДТП произошло на перекрестке проспектов Мира и Ленина. Женщина на Ниве при повороте налево на зеленый свет не уступила дорогу водителю на Ладе Вести, который ехал навстречу прямо. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины Нивы получил телесные повреждения. После того, как его врач осмотрел, был отпущен домой. Участникам ДТП удалось отделаться испугом и незначительными ушибами. На прошлой неделе сотрудники ГИБДД задержали 5 пьяных водителей. 4 из них пойманы в состоянии алкогольного опьянения повторно. Материал будет направлен в суд, и суд уже примет решение по данному направлению. То есть, ну, там предусмотрен либо штраф в 200 тысяч, либо исправ работы, либо уголовно наказуемое деяние, то есть реальный срок. В преддверии 1 сентября правоохранители проводят акцию «Скоро в школу». С 25 по 31 августа автоинспекторы организовывают рейды и виртуальные акции. Цель данной акции – привить у водителей и у пешеходов, а в основном у детей, это соблюдение правил дорожного движения, так как детский дорожный травматизм у нас находится на первом месте. В рамках акции «Скоро в школу» правоохранители проводят операции «Пешеходный переход» и «Юный пассажир», напоминая маленьким участникам дорожного движения и их родителям о безопасном поведении на дороге. Дарья Кузина, Константин Островский, Кирилл Новикевич, служба новостей «Саров-24».